улице мороз, а на душе тепло, признаются участники «Волкатка». Более 30 волонтеров из разных городов Подмосковья собрались в парке «Раздолье» на спортивно-развлекательном празднике. Ребят приехало большое количество, все готовы уже в 7 вечера вступать на лед, на каток, кататься, общаться между собой. Смотрим, что уже в кафе и в наших таких развлекательных зонах они уже разговаривают, обмениваются опытом, рассказывают, у кого какие интересные случаи были. «Волкаток» объединил самых активных волонтеров. Главная цель – отдохнуть и пообщаться. Для этого были организованы различные зоны активностей. Здесь и каток, и тюбинговая горка, и музыка у костра. В перерывах гости согревались чаем и сладостями. Вот ваш жизненный путь начинается с таких добрых, важных дел, которые, поверьте мне, вы будете помнить всю жизнь и будете вспоминать эти дни, когда, невзирая ни на что, вы преодолевали, шли опасности, глядя в глаза, шли и помогали тем, кто этой помощи ждал. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков не понаслышке знает о труде волонтеров. В период пандемии также оказывал поддержку всем, кто нуждался в помощи. Продолжает эту работу и сейчас. На праздник приехал, чтобы выразить всем волонтерам благодарность за их бесценный труд. По словам парламентария, пандемия показала незаменимость добровольцев. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».